Значит, находимся на Дубовской заставе, улица Муромская. Сейчас пройдем, покажу, на каких этапах какие объекты у нас находятся. То есть дома у нас начинаются, вот первый дом, и до самого конца этой улицы. Это по правой стороне и по левой. Сейчас тоже подойдем, покажу, откуда наши дома. Значит, первый дом здесь. Заканчиваем уже благоустройство. То есть вокруг дома уже тротуарная плитка везде лежит. Заезд мы показывали, у нас тротуарная плитка Шестерка. Это вот эта площадка. И вся передняя площадка. Здесь тротуарка Шестерка. Вокруг дома отмостка тротуарная плитка толщиной 4 сантиметра. Следующий дом. Также здесь параллельно идут работы по укладке тротуарной плитки. Но здесь пока только подготовка. Сегодня с заказчиком согласовывали по самой тротуарной плитке, то есть какой будет рисунок укладки. Ну и планируем сегодня уже отмостку вокруг дома, туда ближе к вечеру будем начинать уже саму тротуарку ложить. Параллельно также ведутся работы, ну вот, которые у нас карманы здесь, да, пустые, где можно засыпать черноземом. Все это сразу засыпаем землей. Вчера показывал внутри в этом доме. У нас ламинат уже постелили, обои поклеили. Завтра выходит мастер по установке дверей межкомнатных. Также здесь уже плитка. И на днях будем устанавливать сантехнику, розетки, фонари. То есть будем, приближаемся уже к завершению в этом доме. Так, по следующему дому здесь, сейчас пройду по территории, то есть мы все уже поубирали, также для тротуарной плитки все подготовили. То есть все лишнее здесь уже трактором выгребли вокруг дома. Ну и в ближайшее время будем здесь приступать к шпаклевке внутри. То есть здесь поштукатурены стены, сделана чистовая стяжка. Будем приступать к шпаклевке. Еще один дом. Здесь также территорию всю уже очистили. Мусор убрали, но вот этот дом мы будем сдавать без благоустройства. Единственное, что с заказчиком согласовали, будем тоже в ближайшее время здесь ставить фасадный забор. Внутри дома только вот на днях закончили шпаклевать. И в ближайшее время приступаем к укладке плитки. И также будут на следующей неделе здесь натягиваться потолки. Следующий дом. То же самое мы здесь для тротуарной плитки уже все вокруг подготовили. После этих двух объектов сюда уже ребята выходят. И внутри сейчас занимаемся шпаклевкой. Здесь также уже отопление, электрика, все это есть, стяжка. Все поштукатурено. Сейчас занимаемся шпаклевкой. Также на следующей неделе уже будем натягивать потолки. Ну и уже приступать, собственно, к отделке. Так, по вот этой стороне. Отсюда у нас начинаются наши объекты. Здесь у нас два залитых фундамента.
оба этих фундамента уже проданы, то есть мы и этот дом, и вот этот строим уже под заказ. Обращаю внимание, то есть под каждую перегородку у нас заливается фундамент. И в дальнейшем, когда будем цоколь выгонять, точно так же все будет стоять на основе, на фундаменте. Не на плите в воздухе висеть, а как положено. Здесь так получилось, вот этот дом, то есть у нас один, вот дом напротив там заказали. И вот это знакомые, жили вместе на севере, практически друг напротив друга. Ну и так получилось, теперь здесь будут по соседству. И еще один дом. Вот эти все дома мы сдаем уже, соответственно, в следующем году. То есть это будет где-то, ну, наверное, летом уже. В этом году только успеем, может быть, цоколя поднять и бетонные плиты залить и все. Ну и коммуникации все позаводить. А может, даже не успеем, все от погоды. Так, следующий дом здесь, также он под заказ у нас. Только вчера здесь приступили к строительству, ну, собственно, уже... Сколько? Метр полтора уже стены подняли. То есть по кладке то, что планируем в этом году, это вот этот объект и еще один дом напротив. И по самой кладке в этом году, наверное, все. Все остальные это только успеем поднять, как я говорил, цоколя. И с весны уже будем приступать к облицовке. Следующий дом сегодня, ну, там перегородки чуть-чуть осталось доложить, в принципе, его уже закончили, там кое-где осталось доложить перегородки, и дня через 4 сюда выходят у нас кровельщики. Это дом, который у нас с подвалом. Тоже многие спрашивают, как это подвал в гараже. Ну вот показываем, да, вот у нас ступени. И вот здесь, под вот этим вот помещением, это все подвал. Внизу, соответственно, там будет пластиковая дверь. Как это, все этапы, как это мы делали, это тоже видео у нас есть. Все это выкладывали. Давайте сейчас зайду в этот дом. У нас как раз сегодня разговаривали с заказчиком. Просили они показать, что тут у них по планировке получилось. Будут примерно уже там у себя рисовать, мебель расставлять. То есть вот мы заходим. Здесь у нас такой холл. Вот эта ниша для встроенного шкафа. Тоже это ее буквально сегодня вот закончили. Это тоже с ними согласовывали. У нас как бы стояла в проекте здесь прямая стена. Сделали с нишей. Гостиная. И кухня. Ну вот по размещению по кухне. Вот спрашивали, вода перестенок. Здесь где-то 75 сантиметров. То есть вот так пойдет у нас рабочая зона. И вот сюда, буква Г. В углу вот там, это мойка по центру. Это вытяжка, плита. И вот здесь котел. Ну и три изолированные спальни. Еще вот первая комната. Здесь у нас вторая, третья и санузел. Так,
Так, следующий дом здесь, там отдельно я обзор выкладывал. То есть в этом доме мы закончили разводку электричества. Ну, также выставили само дерево. Замерщик уже все это замерил. И, наверное, недели через полторы уже будем покрывать все вот эти три дома металлом. В этом доме у нас положили кафельную плитку, пошпаклевали. И на днях уже будем приступать к поклейке обоев. Следующий дом. Здесь, значит, также уже пошпаклевали, натянули потолки, положили кафель, положили ламинат. То есть этот дом уже приближается к завершению. В ближайшее время его будем уже сдавать.